Зря. Не шарм. И лучка побольше, чтобы все бациллы от меня ушли. Интересно, ее со шкуркой можно кушать? Любите ли вы молоки так, как люблю их я? Нет, селёдочка отменная. Надо. Это получилось модное окрашивание амбре. Так, мои любимые молоки. Божественно. Это божественно. Вот прекрасно, смотрите, какая красивая скумбрия. И да, я снова ем ночью. Мой любимый лучок. Рецепт есть в ленте. Кто любит скумбрию? Давненько я не готовила вот этот столь божественный лучок. И картошечку. Такая красота. Смотрите, какое белое мяско. Это дорада холодного копчения. Это просто один из моих фаворитов.
Такое нежное, нежное мяско. А ну-ка, признавайтесь, кто меня сглазил? Я сижу, ем спокойно скумбрию, а у меня ретейнер здесь, за зубами. И сломался, представляете? Как я сейчас буду есть, не знаю. Потихоньку. Но кто-то явно меня сглазил. И лучка, да побольше, побольше. Сегодня купила кукурузу первый раз в этом сезоне. Лиля. Mmm.